Дамы и господа, мы в Златоусте у великого златоустовского кузнеца Владимира Герасимова. Привет. Привет еще раз. Да, вы на самом деле по Володе соскучились, давно не виделись, и у нас много контента выйдет в ближайшее время. Я не знаю, этот ролик может быть там выйдет позже, раньше, черт его знает. Вот мы все, у нас сгоревшие личики, хотя, кстати, тоже красные. Самое главное, довольный. Да, потому что мы только что вернулись с Бушуевского фестиваля. Это было классно, интересно, ну и особенно, конечно, это чемпионат по ножевому многоборью. Это было здорово. В общем, если этот ролик еще не вышел по многоборью, то ждите, скоро выйдет, это прям бомба будет. Но мы же собрались сегодня с тобой за столом, чтобы поговорить, как у тебя дела вообще. Нет, дела хорошо. В кузнице, в мастерской. Ну, не будем хвастаться, скажем так, что все идет по плану. Потихоньку растем. Модели, конечно, мы не выпускаем там каждую неделю новую модель. Но тут нам с тобой проще разговаривать. Ты же сейчас окунулся в ножевую тематику. Я сейчас и в Булате понимаю. Булат это отдельно, но ты сейчас окунулся в ножевую тематику и знаешь, что выпустить новую модель ножа, это не так-то просто, правильно? А мы уже, по-моему, года полтора-два говорим о бичуре, правильно? Которую я ломал уже. Ты и ломал. Я твою бичуру ломал. Но дело не в этом. Кто-то, писем очень много, пишут, заказчики пишут, да когда же. Мы никогда не торопимся, потому что у меня основное требование, мы всегда, и то же самое, что касается Урмана, это нож для постоянного ношения. То есть это не просто, мы не говорим, что это нож подарок там или еще что-то. У нас Урман себя зарекомендовал нож для туризма. Все, что только мы с ним не делали, что только... Наши заказчики не делали, что только я не делал. Вот за 3 года сломанных только 2 ножа. Причем один нож просто кто-то повторил наши эксперименты, забил его в пень по самую ручку и его обломили. А один там вообще непонятно, что к чему, но не в этом дело. Остальные все заказчики довольны, нам это нравится. Но вот этот подход я всегда стараюсь и проецировать на все остальные наши модели, поэтому они выходят так редко. Сколько у тебя сейчас моделей? У нас есть Урман. Я сейчас не имею в виду модификации. Да. Вот есть Урман наш. Я больше не знаю, что у тебя Hunter, что-то все. Hunter. Да, ну Hunter все. И Droppoint. То есть это они все приблизительно имеют одну конструкцию. То есть они все сделаны на рукояти нашего любимого ПП Кизляр. Потому что я всегда говорю, сама идеология очень-очень интересная. Мы ее очень хорошо поиспользовали. Но вот складной нож, почему он немножко так затормозился? Именно потому, что, Виталь, ну, как там, редиска или что там, нехороший человек, ты его сломал. Я не из-за того, что ты... Не, ну это были честные испытания. Это честно, это было, как сказать, не из-за того, что ты его сломал, а из-за того, что он сломался. Да. И вот мы долго обкатывали, и, понимаешь, мы же тогда, помнишь, озвучили цены, то есть это в районе все равно 10-11 тысяч. Конечно, ты уже сейчас в этой сфере покрутился и знаешь, что любой там хороший складной нож там, с хорошей механикой там, или еще что-то, ну, начинается приблизительно от 20 тысяч. То есть попасть в этот ценовой предел 10-11 тысяч и сделать хороший нож очень сложно. 20-30, вот разбег в основной. А мы вот этот вопрос решали за счет конструктива. У бичуры был определенный конструктив и тормозились, потому что у нас же сложная конструкция. Мы же его делаем так называемый интегральный, то есть у нас рукоять должна быть полностью облегать нож. Очень часто выхожу в лес, мы выходим в лес на 5-6 часов просто прогуляться. Брать с собой большой нож неинтересно. Ну, вообще нож-то на самом деле, по большому счету, не очень сильно нужен. И несколько раз брал с собой дук-дук. Мы с вами там были. Мы были у дук-дуков, мы были, ну, вернее, у канетов. Если не смотрели ролик про дук-дук, вот сейчас там ссылка появится, посмотрите вообще про историю этого ножа, это очень интересно. Конструкция меня все-таки заинтриговала, потому что она очень простая, она очень неприхотливая. То есть, если сейчас ты возьмешь любую механику, я не буду называть производителей по ножам, но все вот существующие модели, если ты начнешь их испытывать в реальных условиях в лесу, ну...
столкнешься с очень большим проблемой. Ты говоришь про складные ножи. Да, я сейчас говорю только чисто. Мы говорили о том, что мы сделаем складной нож, который мы дали название бичура. Вот мы и говорим про складные ножи. На самом деле с фиксом то же самое. Надо просто пожить с ним в лесу, поиспытывать, да, и после этого уже что-то... Я, как сказать, конечно, сейчас кто-то там может быть возмутится. Я не являюсь человеком, который носит с собой нож. Ну, на самом деле. Но вот когда испытываю новую модель, я стараюсь, чтобы нож был всегда где-то под рукой. Потому что, ну, мы немного режем, но приходится там что-то отрезать, что-то подрезать, что-то вскрыть. Где-то там продукт или еще что-то. И вот я еще говорю, дук-дук меня всегда очаровывал. Просто, ну, может быть, кому-то там нравится, кому-то не нравится. Но это простая конструкция, которая уже 100 лет. Тебя дук-дук очаровывал из-за самого ножа или, в первую очередь, из-за твоей дружбы с Канетом? Нет. А потом уже нож? Дружба. Ну, что тут сказать, Виталий, ты у меня друг, нож-то твой еще не очаровал меня. Да ладно, сегодня весь день его в руках. Да ладно. Ну, то есть, просто нет. Вот, как сказать, дружба, это одно. Но был бы я француз, я тебя уверяю, ты бы уже давно какой классный нож. Например, женщины боятся с ним. Свет у меня очень Мозг боится дук-дука. Пользоваться дук-дуком, потому что у него механизм закрывания так, что когда ты его закрываешь, надо пальцы держать аккуратненько. То есть он тугой, но при этом очень просто. И можно им пользоваться. И мы так подумали, давайте просто попробуем. То есть попробуем сделать модель, похожую на дук-дук. И по конструктиву, как дук-дук. И причем даже, что могут обижаться французы? У нас в РСФСР, там в 20-30-х годах в Павлово выпускался нож практически как дук-дук. Да. Потом мы с тобой были в музее Павлова, там очень много таких ножей. Выпускался школьник. Школьник вообще в такие времена уже выпускался маленький нож, но по конструктиву тот же самый дук-дук. Ну, интересно. Да там и аналогов викторина, кстати, я скажу, хватает. Да. И вот самый простой путь. И он оказался самый эффективный. Мы сначала сделали полностью копию дук-дука, попробовали, но нож меня, ну, как сказать, вот опять очаровал, но только не потому, что они мои друзья. Но, учитывая, что они мои друзья, но делать один в один, это мы будем делать вместе с дук-дуками. То есть есть такое, как сказать, возможность, то есть мы там металл, им там это все остальное. А мы его чуть-чуть как бы изменили. Чуть-чуть поизменили клиночек, чуть-чуть там изменили рукоять, буквально. И что-то получилось. Ну, давай уже показывать, наверное, что получилось, чтобы уже детальнее говорить на примере. Самое, что интересное и в дук-дуке, и все, когда его кладешь в карман, ты его теряешь. Угу. То есть любой нож с механиком, он все равно имеет какой-то определенный объем, и с ним проблематично. Все-таки, ну да, он потолще. Присаживаешься, он тебе тут карман натягивает, то ли еще что-то. А я, бывает, в лесу, что дук-дук, что теперь наш нож, я... начинаю руками щупать по карманам, где же он у меня все-таки лежит. И мне это, в принципе, нравится. То есть, потому что когда ты в туризм, когда ты там то ноги задираешь, то или еще что-то, но нож не должен занимать какое-то объемное место. Но вот, опять же, если мы говорим о такой системе ношения, вот почему, допустим, мне она, ну, не совсем нравится, ну, в джинсах, например, да, ты его в карман положил, и часто бывает, вот мне удобно, чтобы он вот так находился, а вот когда вот он начинает так переворачиваться, блин, меня так бесит. Виталий, давай сделаем так, я тебе дам его поносить, поносишь, я тебе сегодня вечером его даже поперек вставлю, и посмотрим, как это, тебе понравится или не понравится. От тебя так все понравится. Смотри, то есть... Давай кожаный... фу-фу-фу, сейчас это вот все не приветствуется, я тебе скажу. Кожаный чехол – это не обязательно. То есть, чем хорош этот нож, чехол здесь абсолютно не нужен. Просто мы, понимая, что все-таки 11 тысяч – это его цена, это все-таки не так мало. То есть, вроде бы для складного ножа это, ну, будем говорить, какой-то нижний сегмент, не для массового такого. Но все равно цена достаточно высокая. И нам захотелось, чтобы клиент получал его такой, ну, в оригинальной упаковке. Попробовали несколько упаковок, вот это нам понравилось. Но он и без упаковки лежит спокойно, очень хорошо в кармане. Но мы такие хорошие или нехорошие люди, мы у наших друзей-французов переняли не только конструкцию,
Нет, она, во-первых, доработана немножко. Там что-то изменено, все, тут, тут ничего, и тем более, это самое, это даже. Ну, сейчас импортозаместители. Я тебе больше, скажу: в мае я был в Тьере, когда на выставке, я его уже взял тогда с собой. Да не, я на самом деле подкалываю по поводу всего этого, нет, потому что просто, ну, мы все прекрасно понимаем. Просто чтобы было, было понятно, то есть я этот нож давал вертеть и Пьеру. И, ну, Робин, я знаю, сейчас, да, кстати, Пьер ушел как бы на пенсию, сейчас молодой Робин, сейчас Робин, Робин директор. Угу. Ну, адмирал, конечно, Патрисия, ну, понятно. Это понятно. Это да. Да. И повертели, посмотрели, показали, какие, как сказать, недостатки там, ну, такие, мелкие, сразу скажу, это раз. Но я говорю, мы переняли не только конструкцию, мы в какой-то степени переняли и название. То есть, что, что из себя дуг-дуг? Это какое-то чудище-юдище с Мадагаскара. А мы подумали, все-таки Бичура у нас же была конструктив немножко другой. И все равно мы когда-то к нему-то вернемся. И а пусть, ты имеешь в виду к замку? Ну, там, там что такое, там будет механизм посложнее. И мы все равно к нему когда-то вернемся. А это конструктив попроще, но такой порядок названий нам нравится. И мы назвали его Кикимора. Mm-hmm. То есть дуг-дугу помогает дуг-дуг, а надеемся, что наша кикимора, то есть наш дух нашей кикиморы поможет нам. Ну, что, Виталь, на? Да, ну, собственно, я-то, честно говоря, уже видел, уж не будем притворяться, да? Ну вот, и мне очень нравится, если честно, мне нравится форма клинка, мне нравится вот эта вот история, ну, как-то, не знаю, прикольно сделано, да, что-то подрезать. Ты просто попробуй, порежь просто, все. Ведь на самом деле ты складным ножом много операций не делаешь, ты даже им не строгаешь. Вообще делается, не, господи, не так, ты вот эту часть должен подрезать. Ну, я на столе гаять не хотел. Ну, что-то. Да, но надо понимать, что на самом деле нож подсажен, Володя им пользовался, и мы перед съемкой, вот я на мусатике его быстренько поправил, то есть это не какая-то там заводская заточка. Ну, для складного ножа, для того ножа, да, который у тебя просто на кармане, с которым ты идешь в лес просто, ну, прогуляться там до вечера поездки, давай прям, посмотрим, прям удовольствие. Давай честно посмотрим, какой ты, Паша, отрежешь самый тонкий. Как ты Пашу любишь? Ну-ка. Я Пашу очень люблю. Паша, кинь в него. Паша, ты можешь поближе как-то посмотреть. Да ладно, пахан, на, братан, что ты. Нет, то есть, согласись, на тебе хлеб, пожалуйста. Ты, вот смотри, ну это, ну не то, что максимально, но достаточно большая булка. Ты в лесу. Да, причем свежий хлеб. У нас же всегда говорят о том, что, ну, нож должен быть побольше, чтобы там отрезать хлеб. Ну, хлеб, честно говоря, не очень, он свежий, мягкий. Ну, короче, для леса это хороший срез. Да, для леса хороший срез. Ну, хлеб прям очень мягкий, да, свежий. Да нет, кстати, классно режет. А сколько толщина у него, душка? 2,5. 2,5 все-таки, да? Не, очень хорошо. То есть он все-таки, это нож, который для реза. Ну, конечно, какие-то механические усилия он выдержит, но все равно, ну, надо понимать, что это складной нож, это не фикс, это не Урман в том понимании, к которому мы привыкли. Да. Это... На самом деле. Господи, ты чё? Ёлки-палки. Ну ты привык к нему. Да не закрывай до конца, оставь. На самом деле, я предлагаю нам с тобой в ножички поиграть. Спробуй. Да? Как мы там в детстве делали. О! Почти, ну почти, ну близко. Ну не воткнул. Ну что-то, Паш, ты зафиксировал хотя бы момент? Ну я ж... Ну, короче, у нас вечером будет чем заняться. Да. То есть, понимаешь, это нож, который ты не лелеешь, Виталь. То есть, это нож, ну, подожди, который не лелеешь. На постоянку. Нежномаз, да, правильно? Нежномаз, да. По материалам достаточно дорогой нож. Он же не дешевый. Сколько он, получается, стоит? 11 тысяч. 11 тысяч. Да. Ну, то есть он не дешевый из-за материалов. Ну, только из-за материалов. Потому что если мы возьмем дуг-дуг, ну, нет, все-таки не забывай, дуг-дуг — это серия. То есть эта технология настроена на серию. Но он все равно стоит порядка 3000. Если мы сейчас возьмем по материалам, просто ты захочешь мне заказать материалы вот такой, ты получишь как раз плюс там 7-8 тысяч. Я понимаю, да. А, хорошо, а вопрос, ты будешь его делать только из таких материалов или что-то в бюджете? Пока так. У нас же идеология приблизительно та же самая, что и с Урманом. То есть это нож, который тебе на постоянное пользование, но при этом, когда ты
сидишь с друзьями, ну где-то встретился с друзьями, или там с девушкой сидишь в лесу, или еще что-то, ты, в принципе, доставая его из кармана, хвастаешься не только конструкцией, а ты хвастаешься материалами, которые у тебя в нем есть. Угу. Только учитывая нашу последнюю конференцию, хвастайся, но знай меру. Ну, я с тобой согласен, на самом деле, да. Нас, наверное, не все поймут в этом плане, но приятно, когда у тебя что-то где-то эксклюзивное, да, немножко и так далее, и в компании хочется немножко козырнуть чем-то таким. Да, да. То есть вот этот нож для такого это. Вы их уже стали серийно производить? Все, ну, это все мелкая серия. Пошли, это мелкая серия. Ну. Они как... Ну вот, короче, кто-нибудь посмотрел, захотел купить, как это происходит? Это под заказ делается, либо вы из наличия только продаете? Нет, они получается, мы же их запускаем не поштучно, то есть там все равно, там есть некоторые определенные автоматические, то есть клинок мы вырезаем на лазере, что тоже плюс по, как сказать, плюс... Ну, снизить ценник. Да, снизить ценник, потому что проволока хорошо, а лазер гораздо дешевле, дорого, но да. У лазера есть определенные... погрешности. Да. А у нас конструкция такая, что она вот эти погрешности спокойно у нее скрадываются. Вот это самое главное. Вырезка лазером. Лазером мы вырезаем там по 10, 20, 30 клинков за раз. Корпус пока делаем вручную. Это делаем в определенных кондукторах. Сгибаем тоже в кондукторе. Ну, пружину режем на лазере. Пружина, кстати, у нее тоже нержавеющая. Если у дук-дук это углеродка, то у нашего это нержавеющая пружина. Поэтому даже если попадет туда вода, Света со мной, всегда же постоянно в лесу, в последний раз даже он где-то был в песке. Конечно, его закрываешь, он весь хрустит, но если ты его промоешь, высушишь, продуешь. А потом продуешь, этот песок все отсюда вылетает. Здесь, кстати, еще отличие. Если у дук-дука там получается просто оська, здесь, во-первых, трубочка нержавеющая, несколько другого диаметра. И все-таки мы поставили бронзовые втулочки. Ну, поинтереснее так нам показалось. И здесь не антапку сделали, а просто где-то кто-то на нашу бичеру смотрел, говорит, а поставьте там просто медную трубку и темлячок. На этом нет, а так, в принципе, любой желающий может здесь себе подвесить темлячок. Все-таки еще раз, люди посмотрели, захотели заказать. Они заходят к тебе куда, на сайт? Ну, могут на сайт, а могут просто на телефон. Потому что у нас пока такая схема, что они заходят на сайт, делают заказ, и я просто перезваниваю. Перезваниваешь и нюансы. Да. И в том числе по наличию, если нет, ты звонишь, говоришь, ребята, там будет через 3 недели, например. Да. Конечно, бывает отправляем раньше, но все Володина очень часто, как сказать, время, ну, потому что и по Дамаску, все мы знаем, логистика сегодняшняя, что и по ножам тоже есть определенные нюансы. Стараемся, но бывают срывы, это честно. У всех, да, бывает. Ты же сейчас окунулся. Знаешь, что ручку, тоже рукоять красивую можно сделать за час? А можно и там неделю или две, и она не получается, то есть то, что ты хочешь, так что... Ну да, там нюансов тоже очень много, и, к сожалению, далеко не все их понимают. Спасибо, Вов. Ну слушай, я тебя поздравляю, на самом деле, с первым складнем. Любой ножедел мечтает когда-нибудь сделать складной нож. Ты это сделал, я тебя поздравляю, хотя ты ножедел не с таким уж стажем, да, там, как многие, ты кузнец в первую очередь. Тем не менее, сколько ты? Четвертый год, да, на ножевом поприще? Да, да. Ну, вот, через 4 года сделать складень, ну, это дорого стоит. Так что... Спасибо. Поздравляю. Вот, ребят, вот такая, короче, кикимора у Володи получилась. Ну, прикольно. Тугая, конечно, как мразь вообще, но прикольно. Режет классно. Аж самому приятно. Не, хорошо режет, да. В общем, друзья, обращайтесь к Володе по поводу кикиморы, либо других ножей. Все его контакты в описании, там телефоны и так далее. В общем, сами с ним разбирайтесь, потому что я от него уже устал за эти дни. Все, спасибо. Давай. We'll be right back.
Если